Мы сегодня просто в раю мягких тонов бархатной осени. Добро пожаловать в уютный дом. И, как всегда, знаете, когда вы сюда заходите, вы не в гости пришли, а к себе, в вашу будущую уютную обстановку. Будьте как дома, располагайтесь, и покрывало корона для вас вновь, я думаю, и будет ярким представителем именно осенней коллекции. Опять же, идеальное сочетание. Сразу обращаю ваше внимание со шторами Бельканте. Да, и правда, посмотрите, какое идеальное сочетание. Если вы хотите всего двумя акцентами просто разнообразить ваш интерьер, если вы хотите украсить ваш интерьер, тогда покрывало корона и шторы Бельканта, и все. И бесплатная доставка, кстати. О, это да? Хорошо. Да? Слушай, мама моя бы сейчас порадовалась, если бы была у экрана. Просто она уехала на дачу, но я обязательно ей покажу этот эфир. Потому что у нее светлая, она недавно сделала ремонт, у нее гостиная вся в светлых сливочных оттенках, вот почти как наш диван. И как хорошо ей будет вот акценты такой такие, вот акцентом, да? Являться именно сливочно-золотая палитра. Вообще тона золотой осени считаются самыми уютными, самыми теплыми и удобными для украшения интерьера. Они считаются универсальными, потому что вам будет легко встроить корону в любой интерьер. А золото – это всегда признак блистательности. Но золото еще со времен китайских императоров считается признаком достатка. И, кстати, золотой цвет, внимание, привлекает в ваш дом денежный поток. О, как хорошо. Вот так. То есть у нас сегодня не просто уютные тона бархатной осени, а еще и талисман за талисманом. Это здорово. Покрывало корона, гостиная, спальня, детская комната, загородный дом. Пожалуйста, это универсальная вещь в евроразмере. 200 на 220. Идеальное сочетание вкусных тонов, которые впишутся в любой интерьер. Да, а это значит, что такой размер просто роскошно накроет вашу кровать. Это купонный принт, купонная тематика. Что значит купонный? Я объясню, что это такое. Да, это когда из большого, огромного лоскута ткани, да, из полотна, центруется рисунок четко по центру, то есть по размеру, по форме покрывала. И остается, конечно, много остатков. Именно поэтому эта технология дорогостоящая. Но мы имеем возможность вам ее предложить по сдержанной цене. Все потому, что работаем напрямую с поставщиками. Юль, еще какой сдержанный? Вы представляете, это купонный принт. Там куча остатков. А цена вот такого покрывала всего лишь 1299 рублей. Вы представляете? За такой размер 200 на 220. Ну а мы внимание на экран, потому что Юлия Колосова начинает свои знаменитые эксперименты. Юль, что ты нам хочешь показать? Ну, кроме красоты, хочу продемонстрировать еще и качество покрывала корона. Это эко-шелк, ткань нового поколения, ткань 21 века, которая не боится механических повреждений практически совсем. То есть повредить ее невозможно. Нет абсолютно никакой зацепочки, не расходится полотно, вы видите. Скажи мне, пожалуйста, вот я знаю, что за шелком очень сложно ухаживать. А что насчет эко-шелка? Это за натуральным шелком сложно. Здесь же синтезированная имитация шелка. Это эко-шелк. То есть получается, что у нас эко-шелк повторяет эстетическую красоту натуральной ткани. Блеск, переливы, добротность шелка. Но при этом является гораздо более прочной. И такое покрывало просто будет вашей прекрасной инвестицией в собственный неповторимый уют. Такое, только одно такое покрывало способно изменить внешний вид комнаты. Причем кардинально.